Доброго хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком с Ольгой Головатой». Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Ну а я сегодня на этом канале... Спешу с вами поделиться моей новинкой, моим новым узором. Узор получился очень интересный. Это что-то подобие такого фриволита крючком. И понадобится вам очень для многого. Больше всего такой узор я вижу для каких-то отделок. Это могут быть воротнички, либо кокетки платья. Либо можно связать полный торс платье, либо какие-то вставочки, манжеты, купоны подолов, что-то вот такое вот я предполагаю таким узором. Конечно, смелые могут рискнуть и связать полностью изделие, к примеру, кардиган. Это, наверное, выглядело бы шикарно. Либо же какой-то палантин, или получится красивая Интересная шаль. Так можно говорить, я так думаю, до бесконечности. Наша задача сегодня разобраться с этим узором. Этот образец, который вы видите, я связала на пряже турецкого производства. Это хлопок лилу в 50 граммах 225 метров и подобрала я крючок под вот этот хлопок 1,25 в миллиметрах. Головка крючка, крючок фирмы Тулип японского производства. Для образца, конечно, этот хлопок подошел. Но если бы я, к примеру, собралась вязать платье-кокетку, либо платье-полный торс, то я бы сюда попыталась подобрать ниточку еще тоньше. Это можно было бы взять ниточку тулип, искусственный шелк турецкого производства, либо какую-то шелковую пряжу итальянских производителей. Чем тоньше будет исполнен этот узор, тем он будет красивее, деликатнее смотреться. Но решать вам в зависимости все от того, что вы соберетесь вязать таким узором. Мы же сегодня будем вязать этой же пряжей и этим же крючком. Узор этот, можно сказать, несложный. В его рапорте будет одна фигурка, которую мы сейчас с вами свяжем, и вяжется она достаточно просто. Вся сложность этого узора, как эту фигурку в каждом ряду правильно уложить. И наберитесь терпение, внимание на экран. Приступаем к работе. Итак, у меня в руках та же пряжа Лилу. Еще раз поближе вам показываю этикеточку ее. И тот же крючок. Размер головки 1 и 1. Вяжем первую фигурку. Набираем первую петельку и вяжем 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Теперь три накида на крючок. Возвращаемся в первую петлю от начала ряда и провязываем столбик с тремя Накидами. У нас получилось вот такое вот колечко. Теперь воздушная петля. И под душку этого колечка вяжем плотненько 13 столбиков без накида. 3, 4, 5 шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Чем плотнее вы уложите в эту цепочку, чем больше столбиков, тем аккуратнее получается вот это вот душка. Теперь вяжем 3 воздушные петли. Заходим в последний столбик без накида. Берем одну душку и вторую душку. И закрываем соединительным столбиком пико. Наш хвостик мы укладываем по колечку, и под следующую дужку снова вяжем 13 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Теперь мы крючком входим в первую петлю, в первый столбик без накида и вяжем еще один столбик без накида, соединили наше колечко. Вот наше первое колечко. Хвостик сзади уже можно будет подрезать. Он отсюда уже никуда не денется. И отсюда мы вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Оставили петельку, отсчитываем от цепочки. Вот первая петля, вторая, третья и четвертая петля. Входим крючком в эту четвертую петлю, подхватываем оставленную петлю и протягиваем ее. У нас получилось опять арочка. Под вот эту арочку мы вяжем 10 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь восемь 9 и 10 теперь мы крючком заходим в первый же свободный столбик без накида и делаем соединительный столбик снова вяжем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 оставили петельку отсчитываем опять цепочка петля, петля, петля в четвертую петлю. Подхватили петельку и протянули. И у нас опять под эту тушку должно вязаться 10 столбиков без накида. Мы сначала вяжем 3. Раз. Два. И три. Запоминайте, три столбика без накида под эту арочку мы связали. Теперь мы вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Оставили петельку. От уголка отсчитываем раз, два в третью петельку. Входим, протягиваем оставленную петельку. Под образовавшуюся арочку вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И теперь мы возвращаемся к вот этой вот дужке. У нас здесь было три столбика без накида связано. И мы продолжаем обвязывать эту дужку. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Обвязали первый же столбик без накида входим крючком и делаем соединительный столбик. И вот есть наша фигурка, которая будет составлять основу нашего узора. Вот как просто эта фигурка вяжется. Вот наша связанная первая фигурка подхватываем петельку. Для того, чтобы перейти на следующую фигурку, мы должны подняться сейчас на 2 петли выше. Подхватываем петельку. Затягиваем хорошенько нашу петлю и заходим крючком в первую петлю. Делаем вот такую вот протяжечку и во вторую петлю делаем Протяжечку. Вот что мы сделали. Поднялись на 2 петельки выше. Отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Три накида на крючок. В третью петельку от начала цепочки входим крючком и вяжем столбик с тремя накидами. У нас получилась петля для следующей фигурки. Воздушная петля. Под верхнюю дужку вяжем 13 столбиков без накида. связали. Теперь 3 воздушные петли. Возвращаемся в последний столбик. Мы можем подхватить уже только одну дужку. И крючок вводя еще под цепочку, под перемычку. Теперь мы захватываем ниточку и вяжем соединительный столбик. У нас замкнулось пико. Под следующую половину колечка мы снова вяжем Тринадцать столбиков без накида, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Крючком вошли в первый столбик без накида с самого начала нашего колечка и вяжем еще один столбик без накида. Отсюда вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Оставили петлю, отсчитываем по канту. Раз, два, три и в четвертую петлю присоединяем эту оставленную. Теперь вяжем под цепочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять столбиков без накида. В первый же свободный столбик без накида. Мы вяжем соединительный столбик и вяжем цепочку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Теперь отсчитываем раз, два, три, В четвертую петельку. Вошли крючком, присоединили оставленную петлю. Под цепочку вяжем сначала три столбика без накида. Теперь вяжем цепочку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. У нас здесь вот получился вот такой вот уголок. От этого уголка 1, 2, в третью петлю вводим крючок, присоединяем оставленную петлю. Под образовавшуюся вот эту вот цепочку мы вяжем 10 столбиков без накида. Раз два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. И у нас вот это вот еще осталась петля. Здесь три столбика без накида было связано. И теперь мы вяжем четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. И соединяем соединительным столбиком со столбиком без накида с нашим вот этим вот общим колечком. У нас есть уже связано. Два рапорта. Вот так вот выглядят наши рапорты. Такое соединение пока между ними. И отсюда, смотрите, раз, два, мы в левую сторону продолжаем вязать. Сначала мы переходим переходными столбиками на два столбика выше. Раз и два. И снова вяжем цепочку из 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и 8 3 накида на крючок в третью петлю от начала цепочки входим крючком и вяжем столбик с тремя накидами воздушная петля и снова вяжем фигурку под верхнюю тушку тринадцать столбиков без накида три воздушные петли вернулись подхватили одну тушку Теперь еще крючок под цепочку и связали соединительный столбик, замкнули пико. Под следующую половину снова 13 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. И еще одним столбиком без накида соединили это колечко. Цепочка из пяти воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Оставили петлю отсчитываем в четвертую петельку, присоединяем эту оставленную петельку и теперь под вот эту вот цепочку вяжем 10 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10. Следующий столбик без накида на колечке свободный. Сделали присоединение. Теперь вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Отсчитываем на предыдущей вот этой вот дужке. Раз, два, три, в четвертую петельку. Присоединили оставленную петлю. Теперь вяжем три столбика без накида раз два и три вот у нас получилась птичка отсюда мы вяжем 5 воздушных петель раз два три четыре пять и от уголочка отсчитываем раз два три третью петлю присоединяем оставленную петлю. И под цепочку вяжем 10 столбиков без накида. И здесь довязываем еще столбики без накида. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. И соединительным столбиком соединяемся с нашим основным колечком. Вот у нас связана есть уже третья фигурка. Давайте посмотрим. Вот три фигурки мы связали в ширину. И пока у нас соединение только вот в этих местах. Думаю, нам будет достаточно, чтобы увидеть, как укладываются эти фигурки один за другим в следующих рядах. А вы можете набирать столько в ширину, сколько вам нужно. Теперь для того, чтобы перейти на следующий ряд, нам по вот этому вот ребру нужно будет перейти до центральное наше колечко. Раз, два, три, в четвертую петлю. И мы это будем делать вот такими вот переходными полустолбиками. Вот наша петля. Разворачиваем на изнанку. И с изнаночной стороны мы делаем переходные столбики. И мы зашли вот эту вот вершинку, в четвертую петлю мы поднялись. И отсюда мы будем начинать вязать уже следующий ряд и укладывать эти фигурки между собой. Теперь вяжем подъемных 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре. 5, 6 и 7. Отмечаем седьмую петельку. Вяжем еще 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 3 накида на крючок. Вернулись в отмеченную петельку крючком и вяжем столбик с тремя накидами связали воздушная петля вяжем фигурку под верхнюю душку вяжем тринадцать столбиков без накида теперь три воздушные петли раз два 3, подхватили одну тушку столбика и крючок под цепочку связали соединительный столбик и под следующую половинку снова вяжем 13 столбиков без накида Связали с первой петелькой, с первым столбиком, соединились еще одним столбиком без накида и вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Отсчитываем раз, два, три в четвертую петлю. Присоединили оставленную петельку. Теперь вяжем 10 столбиков без накида. Раз два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Следующую свободную петельку. Присоединяемся к колечку Соединительным столбиком вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Отсчитываем раз, два, три в четвертую петлю. Присоединяем нашу цепочку. Теперь вяжем под эту цепочку 3 столбика без накида. Вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Оставили. Раз, два. В третью петлю. Присоединили оставленную петлю. У нас получилась центральная вот эта вот цепочка. Раз, два. И это центральная. И теперь этой центральной мы будем присоединяться к нашему нижнему ряду. Вяжем первый столбик. Без накида под цепочку и оставляем петлю. Вот наш нижний ряд. Мы выкладываем лицевой стороной. И вот этот ряд у нас тоже все равно будет к нам лицевой стороной. Теперь смотрим. На предыдущем ряду на фигурке у нас есть левая правая и центральная. Мы центральную пропускаем, подхватываем в правой среднюю петлю. Присоединяем нашу оставленную петельку. Дальше продолжаем под колечко вязать 2, 3, 4, 5. 6. Уже у нас есть 6 столбиков без накида. Оставляем опять эту петельку. Снова подхватываем нижний ряд и следующую нашу фигурку. На следующей фигурке мы берем вот эту вот верхнюю центральную дужку, отсчитываем раз, два, три и в четвертую петлю присоединяем оставленную петельку. Здесь у нас было связано уже 6 столбиков без накида, и мы довязываем 7, 8, 9 и 10. И переходим под следующую арочку. 3 было связано, и вяжем 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И соединительным столбиком соединяемся с первым же свободным столбиком без накида на вот этом вот основном колечке. Ну вот мы с вами связали первую фигурку второго ряда и сделали первое ее присоединение. Отсюда, опять, чтобы перейти на следующую фигурку, разворачиваемся на изнаночную сторону, заходим в первую петлю, делаем по ней переход и во вторую петлю делаем переход. И снова вяжем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и... 8 связали теперь 1 2 3 накида на крючок возвращаемся в третью петельку от начала цепочки вяжем столбик с тремя накидами воздушная петля и мы опять вяжем следующую фигурку довязываем ее самостоятельно до вот этой вот центральной арочки мы связали опять фигурку следующую до центральной арочки до арочки к которой мы будем присоединяться теперь под арочку мы вяжем первый столбик без накида оставляем петельку и Подхватываем наши фигурки, наш первый ряд. Опять пропускаем вот эту вот верхнюю арочку на уже нижней арочке. Заходим во вторую петлю, среднюю. Подхватываем нашу петельку, оставленную и присоединяемся сюда. Затягиваем хорошенько петельку. Теперь вяжем второй столбик без накида. Третий, четвертый, пятый и шестой. И снова оставили петельку. Далее подхватываем нашу следующую фигурку нижнего ряда и считаем. Раз, два, три в четвертую петельку. Присоединяем протягивая оставленную петлю. И у нас под арочку остается связать седьмая, восьмая, девятая и десятая петля. Десять столбиков без накида. И теперь остается еще вот этот вот часть арочки. Здесь было три столбика без накида связано. Вяжем. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. И в первый же свободный столбик без накида основного колечка присоединяемся соединительным столбиком. Разворачиваемся на изнанку, переходим на две петли выше. Вот изнаночная сторона, лицевая сторона. Мы с вами связали уже вторую фигурку второго ряда. И делаем последнюю фигурку. Она здесь будет немножечко у нас присоединяться специфически, так как у нас нет уже краевой следующей вот такой вот душки Вяжем отсюда восемь воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Три накида на крючок. В третью петлю провязываем столбик с тремя накидами. Воздушная петля. И снова вяжем фигурку до нашей вот той вот центральной самой верхней душки. Ну вот, мы с вами связали еще одну фигурку: дошли до верхней душки, присоединили цепочку, вяжем по цепочку один столбик без накида, оставляем петлю, присоединяем в нужное нам место. Это петелька посередине. Теперь возвращаемся обвязывать цепочку. Это был один столбик без накида. Теперь второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И отсюда нам нужно сделать ребро окончания ряда. Мы разворачиваемся на изнаночную сторону, делаем три накида на крючок и входим в угловую петельку, провязываем из этой угловой петельки столбик с тремя накидами и перетянули через ведущую петлю. Вернулись обратно, довязываем. Здесь у нас было связано 6 столбиков. Седьмой, восьмой, девятый и десятый столбик без накида. И последняя наша душка. Здесь было связано три столбика без накида. Вяжем четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый столбик без накида. И присоединяемся соединительным столбиком к основному колечку. Вот мы с вами связали уже два ряда. И два ряда мы соединяли между собой вот эти вот фигурки. Теперь мы перейдем к третьему ряду. Он будет уже повторяться как первый ряд, но первый ряд все-таки набирался немножечко, отличительно от всех последующих непарных рядов. И сейчас я вам это покажу. Подхватываем нашу петельку. Переходим. По нашей вот этой вот душке раз, два и в третью петлю. Теперь отсюда вяжем семь воздушных петель раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Эту седьмую петельку мы Отмечаем и вяжем еще 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Три накида на крючок. Возвращаемся в отмеченную петельку и провязываем столбик с тремя накидами. Связали воздушная петля. Обвязываем нашу петлю. Под верхнюю душку вяжем 13 столбиков без накида. Теперь 3 воздушные петли. Раз, два, три. Подхватили душку последнего столбика. И входя еще крючком под цепочку, мы вяжем соединительный столбик, замыкаем пико. Теперь опять под колечко вяжем тринадцать столбиков без накида, замыкаем. Колечко еще одним столбиком без накида и вяжем наши верхние душки. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель отсчитываем раз, 2 три, 4 четвертую петельку, протягиваем оставленную, вяжем 10 столбиков без накида. Первую уже свободную петельку мы делаем в соединительный столбик. Вяжем теперь 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. Отсчитываем раз, два, три, четыре, в четвертую петельку мы присоединяем нашу цепочку, вяжем под арочку 3 столбика без накида. Раз два, три. Теперь пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре и пять. От уголочка раз, два, в третью петлю. Присоединяем нашу оставленную. Вяжем под дужку теперь 10 столбиков без накида. Связали и осталась еще часть нашей душки. Три связано. Теперь вяжем четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый столбик без накида. Соединяем с колечком соединительным столбиком. И вот изменение нашего первого ряда во всех последующих нечетных рядах. Если мы в первом ряду переходили на вторую петлю вверх, то дальше в полотне мы будем переходить на две петли вниз. Раз и два мы связали полностью наш вот этот вот элемент. И теперь этот элемент мы присоединим к предыдущему ряду. Считаем раз, два, три и в четвертую петлю. Подтянули петлю. Отсюда вяжем следующий наш элемент. Снова 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Я связала цепочку, а теперь покажу вам присоединение элемента. Первый, второй и третий ряд. Мы связали опять цепочку. Делаем три накида на крючок. Раз, два, три. Опять в третью петельку. Провязываем столбик с тремя накидами. И воздушная петля вяжем. Полностью на вот этом вот колечке следующий наш элемент. Вот мы связали опять следующий элемент, опустились по основному колечку еще на две петельки. И теперь присоединяем этот элемент к предыдущему ряду. Раз, два, три в четвертую петлю. И вяжется у нас последний элемент этого ряда. Снова 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 3 накида на крючок. По цепочке в третью петельку. От начала ее провязываем столбик с тремя накидами. воздушная петля и снова вяжем точно такой же элемент довязали еще один элемент передвинулись на две петли ниже и присоединяемся опять к нашему вот уже последнему элементу предыдущего ряда раз два три четвертая петля подхватили петельку и хорошо натягивая присоединили этот элемент и мы закончили с вами третий ряд это уже повторение рапорта в этом повторении было изменение что мы теперь не поднимались по вот этим вот дужкам а опускались на две петли ниже по основному колечку. И я вам показала места присоединения в этом ряду очень простые. Это повторение первого ряда, только в полотне вот этот вот ряд будет присоединяться уже вот так, как я вам показала уже в этом ряду. Закончили ряд, теперь нам нужно опять подняться для того, чтобы начать следующий ряд – по вот этому ребру, до раз, два, три и четвертой петли. Вот наша последняя петля. У нас здесь получается немножко выемка. И делаем, к примеру, присоединение раз протяжной. Теперь делаем воздушную петельку. И вот этот вот уголок мы просто переступаем и переходим дальше уже по ребру до нужного нам места. на вот этой вот центральной у нас должна быть четвертая петля. Мы добрались до нужного места, с которого мы начнем вязать второй ряд второго раппорта. А второй ряд у нас будет вязаться точно так же, как мы с вами уже его вязали. Вот он, этот Ряд. Сейчас мы здесь поднимаем 7 подъемных воздушных петель, потом вяжем еще 6 воздушных петель и провязываем в отмеченную петельку столбик с тремя накидами и возвращаемся вот таким вот образом с вот этими вот присоединениями вот этих вот двух местах. Раз, два присоединения. Раз, два присоединения. И в конце ряда присоединение и подъемный столбик я вам тоже показала. Так как я вам говорила в начале этого ролика, что сам элемент этого узора очень простой, он несложный. И соединение по большому счету тоже несложное. Но в первых рядах нужно будет немножко внимательно присмотреться к тому уроку, который я сегодня подаю. А дальше вы просто поймете, вы почувствуете, и у вас это будет вязаться легко и свободно. Вот то, что мы сегодня связали. А вот наш большой образец. Смотрите, какая красота. И это еще не на совсем тоненькой ниточке. Вот так выглядит его лицевая сторона. И вот, смотрите, его изнаночная сторона. Никаких перетяжек, никаких переходов. Рапорт за рапортом входит один в другой и рисует вот такое вот полотно. Ну что ж, надеюсь, и этот рисунок вам понравился. Я уверена, что он вам понравится. И хорошо пофантазировал, можно связать очень оригинальные, красивые вечерние наряды. Скоро весна, скоро выпускные баллы и сезон всяческих торжественных мероприятий. Ну, а я буду на сегодня с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей. И до свидания.